Вот это у нас тут на Фанаусе русские. Видите, все кругом русские. Ну, русскоязычные. Я Максим. Максим. Ой, мороженки дает. Что-то дает. Смотри, что-то вкусное. А, еду какую-то дает. Мне не надо. Не люблю такое. Пусть дети едят. Люди все, столько русскоязычных, это вообще. Танцует. Бесплатный паровозик туда. Больно мыркает он. Видите, ребятишек бесплатно катают. Праздник тут. Праздник, знаете, чему посвящен? В общем, Папа Ноэля дают, что это как наш Дед Мороз, письмо желаний. Ребятишки принесли письмо желаний. А это вот, смотрите, у них кагатио. То есть они типа его в начале недели кормят, потом этим покрывалом накрывают, потом по нему палочкой бьет. Какую-то песенку каталанскую они поют специально. И типа и на утро там ждут эти подарки. Ну типа Папа Ноэль, ой, кагатио, это какающий мужик. В общем, типа накакал. Ну, такие традиции каталонские смешные. Вот видите, поближе, вот они, да. Ищут подарки, видите. Смотрите, вот они так палочками колотят и песенку поют. И на утро под ним ищут подарки. Кагалтио называется. Ты смотри. Вот такая веселуха у нас тут, видите, перед Рождеством. Ну, в общем, ну, Новый год здесь так не празднуют, как празднуют Рождество. Ну, я уже за 16 лет привыкла. Yeah, I'm a sinner, 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 I'm